Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о таком разделе, как сообщество, зачем оно нужно, как им пользоваться и когда оно появляется на вашем канале. Эта вкладка появляется, когда на вашем канале набирается 1000 подписчиков и удерживается неделю. Для чего она нужна? В ней вы можете делиться своими новостями со своей аудиторией, например, видео, которые опубликованы на видеохостинг YouTube, любые, включая свои. Как их опубликовать? Вы берете, выбираете свое видео. Оно будет обводиться вот такой синим ободком. Выбирает, нажимаете «Выбрать», пишите подпись и нажимаете «Опубликовать» или на эту стрелочку «Запланировать». Выбираете тут дату, время и свой часовой пояс, который зачастую выбирается автоматически. Следующее. Вы можете создавать различные опросы. Вы пишете сюда вопрос, на который вы хотите получить ответ, и варианты ответа. Минимум их может быть 2, максимум их может быть сколько угодно. И нажимаете также «Опубликовать» или «Запланировать». Также вы можете делиться различными изображениями или гифками. Чтобы это сделать, нужно перетащить сюда этот файл или просто нажать эту кнопку «Выбрать» и «Найти». Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если оно было вам полезно, поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а также будьте со мной. Всем удачных выходных, всем пока!